Привет, зритель. Забрала я сегодня заказ Wildberries. Ну, там еще кучу будет. Но то, что сегодня пришло. А сегодня пришло масло какао. Я тут ваяла шоколад на масле какао. Я поняла, что даже если ваять шоколад на массе какао, ну, какао тертое, но при этом без масла какао, будет не совсем то. Вот можно сваять очень вкусный шоколад с коробом, с сухим молоком, и все это на какао-масле. И вообще будет ништяк. И пришла я к выводу, что нужно всегда иметь у себя какао-масло. 222 рубля 200 грамм. Там можно было купить за 1000 с чем-то, ну, недорого так, за килограмм. Но мне, во-первых, жаба душит 1000 с чем-то на килограмм тратить. Во-вторых, я поняла, что вот это вот выходило дешевле, чем то, которое за килограмм. Ну, вот это 111 рублей, считай, 100 грамм. Это значит 1110 за килограмм. Вот это первый раз, по-моему, я дары по миру покупаю. Какао-масло, африкано, колотое, натуральное нерафинированное пищевое какао-масло. 11 декабря сделано, 24 месяца срок годности. Вот тут видно, какое оно. Даже открывать не надо. Оно даже вот такое на него надавливаешь, оно как бы податливое, потому что у нас тут небывалое дело, это в Абхазии 20 градусов тепла было ночью, но чтобы углище такое, мне кажется, это крайне редко. Вот сегодня у нас 20 градусов тепла, даже чуть больше ночью. Ну, правда, еще не совсем ночь, здесь вечер, но все-таки. Это оно мягонькое такое. А другое, я что-то его видела как-то, думала, что за хрень. А потом я думала какую-нибудь сладкую штуку, которую вот ту, так как виноградный сахар у меня закончился, мелкого помола. Причем первый виноградный сахар другой фирмы я на Озон брала, мне очень понравился. А другой вот такое ощущение, будто он с чем-то был. Может там какой-нибудь крахмал был, может еще что-то добавлено, потому что вот с белком оно взбивалось как-то странно. Ну и вообще по вкусу и таяло, и короче не то было. И пока я соображала, что такое сладенькое взять, чтобы, допустим, добавлять шоколад, мне вдруг подкинулся некий мескит. Мескит-порошок. Продукты 22 века, здоровое питание. Кстати, вот этой фирмы 22 века я покупала, по-моему, какао-масло и какао-массу. В смысле, какао тертое, оно хорошее. 11 февраля этого года сделано, 24 месяца срок годности. Мескит обладает приятным вкусом, насыщенным сладким ароматом и хорошим питательным профилем, поэтому популярен среди функциональных продуктов. Источник клетчатки, которая поможет нормализовать пищеварение, улучшить обмен веществ и вывести из организма токсины. Содержит легко усвояемый белок и лизин, аминокислоту, способствующую наращиванию мышечной массы и укреплению иммунитета. Так что, люди, если вы хотите потягать гирьку, можете вот это заюзать. Кажется, Ник, смотрю вас, я не осилю, наверное, я еще не готова показывать это упражнение, которое я делаю с гирькой, но я тебе в комментах ссылочку потом скину. Возможно, в комменты ссылочку скину раньше, чем этот ролик смонтирую и выложу на канал. Но я помню, что я собиралась показать зарядку, как я делаю, тоже когда-нибудь сделаю. Запишу на камеру зарядку. Минералами, фосфором, магнием, калием, железом, кальцием и цинком. Способствует нормализации веса. Вот это про все это я не знала. Я только читала, что он как бы эквивалент практически сахара. Ну, в смысле, сладкий порошок, который можно, допустим, в шоколад добавить. 100% порошок из семян мескита. Не содержит добавок. Для применения для приготовления белковых коктейлей в качестве добавки в состав муки, десертов, каш и энергетических батончиков. Калории 372 калории на 100 грамм. Ну, мне кажется, даже может чуть-чуть побольше, чем у сахара калорий. Что тут у нас? 100% натуральный продукт, веган, КГ способствует похудению, белок, клетчатка, лизин, минералы без ГМО. Вот сейчас гляну специально, сколько он стоил. Потому что я что-то даже и не помню. 177 рублей за 200 грамм. Там подобные фирмы, по-моему, был по 169, 100 грамм. Я или как-то так. И я подумала, что вот это, в принципе, выгоднее. 177 рублей за 200 грамм. Кстати, артикул 15, 49, 9, 3, 2, 3. И артикул
какао-масло, вдруг кто захочет купить. Оно тоже сейчас еще 222 идет. 12, 14, 75, 53. Вот так. Люди, если вы мескит пробовали, юзали или типа того, дайте знать в комменты. Или наоборот написать: Лёля, ты вечно что-то такое находишь, о чем я только от тебя и узнала. Всем спасибо за просмотр и пока. Не забудь поставить палец кверху.